В этот же день муфтий республики встретился с представителями Дагестана и правительства республики в регионах России. На встрече также присутствовал министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов, председатель межведомственного совета при Миннаце Магомед Алиханов, именитые спортсмены. Глава Миннаца отметил большую работу в направлении духовно-нравственного и патриотического воспитания, проводимой духовенством Дагестана и представителями нашей республики в регионах страны. По мнению шейха Ахмада Афанди, в основе этой работы лежит любовь к родине. Некоторые люди хотели в этом какую-то политику найти, когда мы едем в там регионы. И политику под увеличительным стеклом тоже там найти невозможно. Потому что нет. То, что нету, как найти? А почему тогда работаем? Денег нету, политики нету. А почему работаем? Потому что мы патриоты. Мы любим родину. Муфтий республики поблагодарил Министерство по национальной политике за сотрудничество. В ходе встречи присутствующие озвучили свои пожелания по улучшению работы, а также выразили благодарность муфтию Дагестана за подготовку богословов, которые ведут просветительскую деятельность в субъектах страны, а также именитым спортсменам, которые совместно с религиозными деятелями и представителями Миннаца республики подключаются к этой работе.